В Бангладеш в обстановке повышенных мер безопасности прошли всеобщие выборы. В списках избирателей около 106 миллионов человек. С утра у избирательных участков выстроились длинные очереди. Голосование происходит на фоне волны насилия. Уже после начала голосования полиция открыла огонь по участникам оппозиционной демонстрации на юге страны, в результате чего погиб один человек. Еще один мужчина, сторонник правящей партии, был забит до смерти в округе Рангамати на юго-востоке Бангладеш. Чтобы предотвратить распространение слухов, которые могли бы спровоцировать новые беспорядки, власти отключили в день голосования скоростной мобильный интернет. Первые итоги голосования станут известны в ближайшее время, а окончательные результаты могут быть объявлены только утром в понедельник.